Здравствуйте. 20 июня, 15 лунный день. Созди сумья с элементом земли. День людей женского пола. Благоприятен призывать благосостояние, начинать новый жизненный путь, размышления, медитации, начитывать мантры, подписание контрактов соглашений, обращаться к Буддам, Бодхисаттвам, призывание долгой жизни, устранение негативных проявлений, строительство святынь, посадка семян деревьев. Ребенок, родившись в этот день, будет храбрым, аккуратным по отношению к отцу, будет проявлять уважение с жестким нравом. День неблагоприятен в движении войск, в садовстве, стрижка волос, к счастью. Благоприятен для людей, родившихся, будет корова, змеи. Неблагоприятен годам лошади, мыши, зайца. В Дымкордуане, на Верхнем Березовске, Таунхан, и в Луганском Цукчундуане, Урал, Ламчег, Нимбо, и Диважин, Манидуане, заключительный день ретрита, Жидуане, Ямандага. Будьте терпеливы.